Если во время глажки из утюга вытекает вода, не паникуйте, вряд ли ваш утюг сломался. Если вы гладите при низкой температуре, меньше 100 градусов, то нагревательный элемент греет слишком слабо, чтобы превращать воду в пар, и она начинает не испаряться, а вытекать в своем естественном состоянии. Просто поверните регулятор пара в положении выключить, и вода перестанет капать. Впрочем, возможен еще один вариант. Вы переполнили резервуар для воды. В горизонтальном положении утюга вода не должна быть выше обозначенного уровня. В этом случае выньте вилку из розетки и слейте часть воды. Отключите режим отпаривания и прогладьте утюгом, например, старое полотенце, пока влага полностью не испарится из паровой камеры. После этого можно приступать к утюжке любых деликатных вещей. Домашние хлопоты могут быть приятными, просто нужно знать, как их сделать легкими.